Всем привет! Сегодня в Охотник.нет у нас такой мини-обзор новых компрессоров с очисткой воздуха, компрессоров для дайвинга. Мы видим новая модель. Сейчас я расскажу, чем она отличается от предыдущей. Вот здесь проведен ряд улучшений. То есть мы видим, достаточно хорошо уже закрепляются на поджимные винты трубки водяного охлаждения, которые идут в сам моторчик, в сам ротор погружной. Также вот у него есть вилочка, теперь для нее не нужен отдельный переходник в розетку, а она вставляется непосредственно в компрессор и получает питание от него. Вот. А для компрессора вот такие вот вилки непосредственно в российскую розетку у нас идут. Здесь также мы видим жидкость наполненный глицерином манометр, ну, такой же, как у наших компрессоров, мощностью 2,2 кВт без очистки и с очисткой. Здесь у нас установлены два больших фильтра с улучшенной новой системой подачи воздуха и его фильтрации. У каждого фильтра мы видим собственный сброс влаги. В фильтре рекомендуем засыпать активированный уголь для очистки воздуха. Здесь у нас вот такая вот система шлангов. Из каждого из поршней идет стравление воздуха с помощью вот таких вот винтиков, с помощью вот таких крутилок улучшенных. Пластик здесь доработан. Здесь у нас стоит предохранительная мембрана под этим болтом, которая не даст компрессору загнать слишком большое давление. Она лопнет. Эти мембраны есть в комплекте. Они лежат вот в таком пакетике внутри. Тут, кстати говоря, много достаточно запасных уплотнительных колец. Поршневые кольца обязательно лежат в комплекте. Также здесь вот ротор подачи воды теперь открытого типа, то есть он не вставлен в корпус. У вас не фиксированный бачок с маленьким количеством жидкости, которая быстро греется. У вас отдельная погружная помпа, и вы можете сами контролировать температуру воды, подливая его или уменьшая. Это тоже большой плюс, как я считаю. Эти компрессоры из-за этого ряда улучшений стоят несколько дороже, чем предыдущая модель. Подсоединяются они к баллону также абсолютно, как и раньше, через быстросъемное крепление Foster на Quick. Здесь у нас заглушка стоит, тоже в комплекте. Переходник не идет в комплекте для баллона. Они выглядят вот так в отвинченном состоянии. Они всегда у нас есть в наличии. Вам нужно будет для заправки баллона приобрести такой переходник у нас, и в принципе больше ничего не требуется. Воздухом можно дышать. То есть, чтобы вы понимали, аналогичные компрессоры для дайвинга европейского какого-то производства, да и в принципе те, которые делаются в Китае, но распространены, скажем, популярны, они стоят, ну, минимум в 3 раза дороже, чем эти компрессоры. Вот, поэтому заказывайте компрессоры с очисткой воздуха в Охотник.нет, экономьте деньги, всегда звоните, подскажем по его настройке и используйте.